Привет, зритель. Лёля как-то бог, чей-то бог, послал кастрюльку солянки, очень густой. Но у меня был размороженный куриный бульон, я разбавила. И теперь это приличненький такой хороший супчик. У меня тут салатик, кто-то мне выставил что-то в Инстаграм. Сами не знаю, что хотят, ладно, потом гляну. Короче, у меня тут где-то есть вопрос, а они на запрос на пожрать. Надо только его найти. Может, легче по скриншотам найти. Может, она мне его оставляла, когда я еще была в деревне. Из деревни явилась в пятницу вечером. Ибо с четверга прошлой недели. Да, тут салат, короче, из покупного, тут только яйцо. Самопальное льняное масло, салат листовой, соответственно, куриное вареное яйцо, томат томат и огурец нашего сада, и салат тоже нашего сада. Ой, попарно. У тебя там молоко есть. Хозяин поест, потом входит купить тебе мясо. Ну что там? А хлор, там нам четверга приперлись дикие пчелы. Одна даже меня на следующий день укусила, а еще укусила эту дурочку. Умную смелую кошку Алиску. Ну там. Ну куда вот ты шарахаешься тут? По всей еде. Ну и тут у меня какой-то хлебушек, меня хлебушком угостили, чтобы мне самой не покупать, потому что я куплю и он помрет. Ну в смысле я его не успею съесть. Он вроде еще не помер. Какой хлебушек, я не помню. Ну, в смысле, какая фирма, что, но он тут с семечками. Фарчовочника. Ой-ой-ой, куда ты падаешь. Я как-то тоже делаю хлебушек с семечками, подсолнечка. Короче, отаним. Запрос, Лёлик, привет, если сможешь. Можешь, расскажи нам у банки вот такую тему, как вы с Алиской собираетесь в деревню. Как вы обычно добираетесь, если на машине, то все понятно. А вот если приходится ехать транспортом. У тебя рюкзачок на спине, а риска в переноске в руках. Как ведется риска в переноске? Я так понимаю, дорога не совсем риская. А еще как ты защищаешь риска от клещей? Какие-то капли на полку покупаешь или как-то по-другому? Ну так вот, я приехала, короче, в пятницу вместе с ней. Шея укушена, слегка раздутая, щека тоже слегка раздутая. На вечернем первым делом поскакала до сада. Ну, сначала вообще до магазина, потому что еды-то не было дома. А потом до сада. Дорога не близкая. С 1 июля сделали, что автобус при Луке, ну, все эти пригородные будут останавливаться. На каждой остановке. Ты чё творишь? Блин. Ты, жук нативный, ты уже одну сетку мне расхреначила. Жирная корова. Ты бы так защищалась от кошки, которая догоняет. Гельда, свали туда. Вообще наглое животное. Я вчера забрала вентилятор, который еще из деревни заказала. Ну, сначала хотела его шортом обозрять, но раз уж присела писать нон-банк, то, наверное, и его нормально распакую. Меньше монтажа будет. У меня столько времени ушло вчера-сегодня. В основном сегодня, потому что еще бессонница дикая была, чуть ли не до 9 с лишним утра. Бусти зажимает донаты зрителей для блогера. Думала, мне не повезло. Оказалось, мне еще не только мне не повезло. На ВК не выплачивает. Карту подключить новую не дает. Короче говоря, автобус ходит сейчас от конечки от технику маршрут. И останавливается на каждой остановке автобуса. Ну и мне, в принципе, надо будет, как цветочного, садиться на что-то, ехать
до центра, либо до Муталки. Ну, там, можно сказать, напротив суда выходить, переходить дорогу, идти на остановку рядом с Музыкалкой, садиться на этот автобус и 40 километров где-то так. Мы едем, это где-то час. На машине, конечно, это в разы быстрее. Но и в машине-то она тоже едет в переноске. Так вот, я беру кошку, сую в переноску. Как мне посолить хочется. Закрываю эту переноску. Нам в этом году подфартило. Она мне две переноски в прошлом году прогрызла, эту самую сеточку. Там можно, в принципе, наверное, как-то купить эту сеточку, как-то заменить это. Удобная была очень переноска, небольшая такая, как раз под кошку, легонькая. Ну, в общем, мне подогнали переноску, потому что прежний ее хозяин отдал богам душу, прожив 11 или чем-то лет. Возможно, слышно, как люди слышат, изъясняются между собой иногда. Нет. Все нормально видно, да? Так вот. Я сую ее в переноску, иду на автобус. В принципе, теперешняя остановка, ну, в двух остановках от той, на которую я в этом последний раз ездила. Импровизированный автовокзал. Ну, чуть поближе. Здесь будет на две остановки ближе, чтобы ехать туда. Беру кошку, сую в переноску, ухожу из дома, запираю квартиру. Иду с переноской на остановку. Если утром это на первый автобус, то раньше еще, допустим, год назад вызывала такси. Ну и, короче говоря, сажусь на этот автобус вместе с кошкой, выхожу, дохожу до остановки, жду, значит, прилузки автобус, сажусь сюда, плачу деньги вместе с ней. Выхожу на нашей остановке, которая теперь называется Ашалаева. Хотя до Ашалаева ну, где-то 1.5 километра. И оно уже лет 20 как вообще... Может, только на карте существует. Не существует как деревня, ибо там никто не живет. Там даже жилых домов уже не осталось. Ну и, короче говоря, выхожу на перекрестке. И 2 с лишним километра с кошкой, пешочком. Она-то в переноске и нормально. А мне-то, блин, вообще-то, если еще и прожарить, то ад и трай. Я вот второй раз, как приезжаю в деревню, так к вечеру понимаю, что у меня дико болят ноги. Видимо, по жаре 2.5 километра пилить. Это как-то тяжело. Это не мешки в саду ворочать. С удобрением. Ну и, короче, мы вот прёмся пешкодралом. Потом я подхожу к своему дому, переноску ставлю на траву, ее выпускаю, сама иду за ключом к родственникам. Да, у меня рюкзачок, рюкзачища, а она в переноске. Как себя ведет Алиска в переноске? Ну, в этот раз она ехала более-менее туда-обратно тихо. Первое время она, конечно, вопила, иногда не переставая. Еще мне нравится, когда какие-нибудь тетеньки, обычно тетеньки, суются, куда их не просят, и начинают тебе капать, что вот если бы тебя засунули в переноску. Я думаю, если бы меня засунули в переноску, быть окошкой, а хозяин бы шел, я бы была тихо, мирно, спокойно, ну, спала бы, радовалась, типа, меня несут, а не я несу. Пожаре. Или какие-нибудь особо одаренные в автобусе пытаются своими лапками расстегнуть переноску, чтобы кошка вообще удрала. В прошлом году, спасибо, водитель влез в этот разговор фоновой спиной. Потому что на мою она может удрать или еще что-то. Он потом сказал, ну вот сами ее будете ей ловить. И эта баба от меня отстала. Знаете, не очень раздражают такие люди. Может, меня сейчас раздражают, потому что я посвятила до хрена времени. Меня так раздражает то время, когда я трачу,
что на Destination Alert, когда там они мне зажали донат, и пришлось доказывать, что я это я. Что на Boosty, которая внезапно сначала требовала, чтобы я доказал, что я это я. Хотя там все подтверждено. А потом выяснилось, что это ошибка на их стороне, уж не знаю, как, по какой причине, что на рублевые карты людям не переводятся донаты, а на ВК Pay они не переводятся вообще. А какой-то дофига технической причине тут все свои. Вот, тут особо одаренные истерят. А я думаю, может, конечно, ну не истерят, ладно, говорят громко. Цветы жизни говорят громко. Я бы, может, прикрыла окно, потому что, мне кажется, толку сейчас от этого окна нифига нет. Да, мы пить будем вот этот чай. Кошка, дай я прикрою окно. Потому что свежести оно все равно не дает, а ор всяких диточек, ой, блин, очень даже дает. Давай хоть так сделаем, а. Потом я достану вентилятор и поставлю сюда и поработаю за то. Так вот, я бы еще тарелочку супа съела, но оставлю его на завтра. Тут у меня салатик. Так вот, меня на самом деле очень раздражают люди, которые суются, куда их не просят. Когда ты в переноске с животным. Со своими советами, со своими попытками непрошено помочь. Так что потом придется помогать после их помощи. Ну, Алиска в последние разы ездит тихо. Мяукать мы начинаем только если дома забыли сходить по нужде, а в переноске приспичило. Ну, мы же очень культурная кошка. На второй год срём под ванну хозяину. В деревне выходим на улицу один раз, правда, когда ее гоняли, и мы видели, а там дождь был. Она везде присаживалась, я ее за штирет не взяла. И в процессе снова на этот лоток, который забыла взять наполнитель, но наполнитель потом не привезли. О, блин, наполнитель. Мне жена наполнитель закинуть ей в лоточек, который я помыла. Отвлеклась на этот чертов густ и забыла. Да, если решите теперь меня поддержать, то ВКП, Юмони и по номеру мобильного, который через СПБ на карту Озон или на Сбербанк. Указано в инфобоксе. И бабусти, все у нас, все. Может, я дождусь там когда-нибудь? Выложу денежку за подписку на Мудал. Я там даже отредачила практически все, что куда можно было кидать эти денежки. Так вот, если мы хотим по нужде, то мы долго терпим. Блин, почему у этих помидор такая шкурка толстая? Вообще не жующаяся. Мы долго терпим, а потом, когда уже понимаем, что терпеть не можем, мы начинаем мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. А я понимаю, что она хочет сходить по нужде. А если мы уже не мяу, а всеми лапами четырьмя вцепились вверх переноски, где вот эта сеточка. А мне сейчас переноска такая, у нее жопка очень плотная такая. Не видать там какая-то фигня, которая впитывает то, что мы из себя выжали. То значит, мы уже сделали свои дела. И нам религия кошачья запрещает быть рядом с нашими с тем, что и кошки вышла. Это выглядит примерно так. Переноска. Даже маленькая, которая растягивалась два раза. Думаешь, откуда столько мне
откуда в этой кошке две кошки. Она собиралась в комочек, вот здесь вот, пушка, а здесь Алиска. И так вот она шла вот эти потом 2.5 километра до деревни из автобуса. Лишь бы свои не вляпаться в свое же. Я думаю, понятно объясняю, все-таки я тут ем. Вот либо я ее несу за ручки, либо на плечо вешаю сзади рюкзак. На плече переноска. Туда-то у меня вообще была еще камера, на которую последний мулон снимала, это Sony. У нее же отдельная сумочка такая для камеры. Так вот, рюкзак. Через плечо сумочка за камерой. На плече еще эта кошка. Как ведет себя Алиска переноска? Ну, так она себя ведет. Иногда она, если много народа, она начинает паниковать, мяукать, и я ее ставлю сеточкой к себе, чтобы она меня видела. А сейчас автобусы такие, что, в принципе, ну как вот, межгород. Все вот друг за дружкой, нету такого, что вот ты сидишь, напротив тебя еще кто-то. Те были все-таки удобнее автобусики. Там и сиденья были пошире, а тут узенькая сиденька. Просто местами такая дорога. От города, может, до Плоста такой промежуток где-то есть. Что едешь, и тебя прям вот трясет, как раньше, в советское время. Или в начале 90-х. Когда дорога была такая неровная, и едешь на автобусе, кочка, и ты там на сиденье подпрыгиваешь. А тут такой вот мелкий тремор. Вибрация, из-за чего начинает чесаться то спина, то еще что-то. Ну и она сидит рядом на другой сиденье в переноске. Как бы старые новые автобусы, которые какая-то область забраковала. Я ждала, видимо, гуглич. Так, бери больше, что нам не гора. Ну, неплохие сейчас еще, дети чуть побольше, но суть того, что у них маленькие диссиденты, они как-то ловят эту вибрацию. У них в кочках это Израиль. Ей-то нормально, хозяину-то нет. Так. Я так понимаю, дорога не совсем близкая. Еще как-то защищаешь риск от клещей. Ну, вот я приехала вот сюда и первым делом заказала и капли на холку. Вообще стараюсь заказывать на основе растений, там какие-нибудь эфирные масла. Намазала, сутки воняет. И в ближайшие сутки ее гладить нельзя. И она, конечно, очень обижается, что ее какой-то фигней намазали. Вот какие-то капли на холку и покупаю. Я тут думала попробовать ошейник ей, обложек. У меня же есть ошейник с бубенчиком, но так получилось, что ко мне приходили гости. И одна шаловливая обезьяна, как обычно, схватила и куда-то сунула. Сколько раз говоришь, что если берешь, то положу в другое место. Особенно меня напрягает, когда берешь то, что вообще-то не предназначено для того, чтобы его брали. Ну, в итоге я этот ошейник вовремя не нашла. Так. Удивительно. Только я прикрыла окно, эти деточки свалили и стало тихо. Ошейник с бубенчиком, за которым я в прошлом году хейтили, благодаря которому смогла ее найти пару раз, когда ее кошки из деревни выгоняли. Я, соответственно, оставила в городе. Ну, конечно, в этот приезд тоже гоняли, но на удивление гоняли по территории нашей.
Ну, нашего деревенского особняка, нашей усадьбы, ё-моё. Я накаркала. Их не видно, но слышно. Теперь видно. У нас такая дикая жилища, если бы не пчелы, я бы там еще посидела. Потому что мне сначала сказали приезжать смородину собирать, а потом оказалось, что она наполовину зрелая. Но в саду поливаю каждый день. Блин, помидорка. Обычно на бычьем сердце шкурка толстая и жесткая. А тут и на обычной помидорке. Сейчас скажу название капель. Они как раз пришли на базу Вайберс. Поеду в сад, заеду, заберу. Я их периодически покупаю. Биовакс называется. Так, еще какие-нибудь похожие покупаю. У них такая красненькая коробочка, там котенок нарисован. В этой упаковке две ампулы по 75 миллилитров. Понравился ему так. Капли от блох и клещей для кошек. Довольно бюджетно, 140 рублей за две ампулы. Конечно, она чует, когда я ее пытаюсь чем-то накапать. Еще за того, как носик отломался. Ну, иногда покупаю каплю, где вот какая-то хренотень и ароматизатор еще. Ну, стараюсь уже эти вот на эфирных маслах. Покупаю я еще периодически гристагол на травах тоже, капельками. Поймал, уголок рта ткнул. Ей, конечно, видимо, не очень нравится, но она по умолчанию уже начинает глотательные движения делать. И можно заливать. Потом мы обиженно свариваем на час-полтора от хозяина. После этого снова подходим, все нормально. Хочу сказать зрителям, мне очень понравились огурцы у нас тут. Не так, вот этот длинный практически прямой, а там у меня еще в холодильнике такие полукругом лежат. Может это изумрудный дождь, может это еще какая-то хрень. Вообще-то они мне намного больше понравились, чем обычно вот такие. Так вот, была как-то в саду, не рассчитала жару и количество времени, что я проведу в саду, по собственному желанию. Я поняла, что надо было бы взять с собой бананы. Но бананы я не взяла. Мне дико захотелось есть. И я в теплице взяла огурчик и
Дохомячила. Так как лучик помог Лёле поиметь силы и доехать до дома на велике. Сняла кусочки, видимо, загребать. Я тут так мелко яйцо порезала, что на вилку оно не цепляется. У меня тут, кстати, мёд кушают со второй кашки. Его было чуть больше, где-то раза в два или в три, чем в первой кашке. За первую мне дали пол-литра, а тут оставался в деревне. Я же не планировала в пятницу уезжать. Я планировала в воскресенье или во вторник. Я просто положила маленькую баночку, чисто так вот. Ну, там поем, ну, чаем, а с собой возьму небольшую баночку. Там мне в чашке было налито, чтобы удобнее было пить и есть. Еще в какую-то баночку положила частично с хвостом, тоже с чаем пила. Но так получилось, как получилось. Я прочитала коммент восторженного зрителя, что... Я кошку кормлю обычно едой со стола и не избалую ее кормами. Так было приятно прочитать. Обычно пишут, надо кормить кошку искусственным кормом. Йо-йо-йо. А то. Так. Это я сюда. Это я сюда. Кошка вообще любит вот такую штучку. Оставлю тут, потом выдам ей. У нас тут кукитя. Которую я регулярно покупаю на Озон. 200 с чем-то рублей за 50 грамм. Такой же, хотя нет, я туда, по-моему, ценку я туда уволокла в деревню. У меня тут чай с медом. У меня вообще есть шоколад. А, у меня же есть гематоген. Моего близкого родственника в аптеке бонусом ударили гематогеном в другом городе. Она одарила меня. А я люблю гематоген. Причем такой хороший гематоген. Во-первых, он похож на такой советский гематоген. Во-вторых, у него состав нормальный. В-третьих, он ломается мягко. Хочется сказать одну фразу, а вдруг меня неправильно поймут. Короче, питаю нежное уважение к одному подписчику, который при возникновении у меня какой-то проблемы пытается мне помочь. А вообще нежно люблю два своих друга. Новый друг, старый друг. А и Никитоса. Один меня в свое время сподвиг на гирю. 8 кг. А благодаря другому я купила себе гантели. И нет, Таня, минимум 2 килограмма это лишнее. Не все могут физически осиливать кардиотренировки.
Не всем можно что-то тяжелое поднимать. Плюс если килограмм вот здесь в виде утяжелителей и килограмм в руках в виде гантелей, это нормально. Хотя если вы занимаетесь дома, может не дома, каким-либо фитнесом, где участвуют гантели, и при этом он женского пола, биологически. Даже если вы трансгендер, но при этом вы женщина. Поэтому, по медицинским показаниям, не знаю, медицинскому удостоверению, фиг знает, как это правильно. Короче, скажите мне, какого веса у вас гири? Эти, не гири, как их там, гантели, каждая на одну руку, на каждую руку. Мне вообще товарищ, который сподвиг меня на гантели, сказал, ну тебе, наверное, больше 500 грамм на каждую нельзя. Я подумала, что это очень легко. Потому что благодаря тому, что Никитос меня пнул в свое время, начала с запроса про кошек, продолжила что-то другое. На этом, на махитгире я смогла без проблем таскать ведро тяжелое с колодца с водой. Ну и вот эти вот штуки по килограмму, их просто не ощущаешь теперь. Кажется, что ну что-то такое легкое. Я вчера, когда забирала эти гантели, думала, я что так на базе, говорю, девушки, мне такие легкие. Пришла домой, взвесила, думаю, может там и нет килограмма. На весы положила, смотрю, 1037 грамм. Думаю, ну да. Но я просто уже не чувствую этот килограмм. Так вот, тех двоих я нежно люблю. Никитоса и я, и я им периодически это выдаю. Можно же нежно любить своих людей. Но вообще эта фраза «нежно люблю» у меня была подцеплена на тифолетнике. Там она была в иронической форме. Один программист выдавал. Ну, у меня она в обычной форме. Может быть, слегка шутливый. Допустим, мне нужна была некая помощь. Я позвонила в Телеграм товарищу, по несчастью, попросила его сделать эту помощь. Он согласился без проблем помочь. Я ему сказала, что-то типа «я тебя нежно люблю» или как-то так. Я, правда, не знаю, как он воспринимает это. Надеюсь, нормально. Как же жарко-то, блин. У меня же есть вот эта станция какая-то. И хорошо. 28 градусов, ёшкин кот. Ой. Она заговорила. Потом мне хорошевский будильничек, который на несколько минут вперед. Одно время он еще был на день вперед. Сейчас не знаю, как с этим у него. Так вот, можно сейчас мне дочка попить чаечком. Я тут нашла один рецептик. Так, надо чистить. И я что-то подобное раньше делала. И это даже не особо и жарко. Ну, на плите, правда, готовить там немного придется. Ну, что-то как подумаю. Да ну на нафиг, лучше меда пожрать. К тому же он есть. У меня там еще немножко есть меда соток с прошлой качки. Еще даже прошлогодний мед остался, так получилось. Я в каком-то видео говорил, что я собиралась кое-куда. Сначала я собиралась в сентябре, ну вообще осенью. Потом это перенеслось на август. А потом это ветром смыло. И теперь я туда не собираюсь. Эх. Сначала вроде как-то подрастроилась, что я туда не собираюсь. А потом подумала, а в чем смысл ехать в Беларусь на 3-4 дня, дабы встретиться с человеком, потусить ним по этой Беларуси. И свалить обратно.
геморная искать гостиницу, то все, 5-10. Нету у меня кувшинчик. Тут кувшинчик керамический уехал в деревню, в деревне керамический кувшинчик отдал богам душу. Поэтому я сейчас использую кувшинчик, который изначально хотела использовать только под компотики. Не, я, конечно, если получится куда-нибудь осенью съездить, съезжу. Но каких-то конкретно планов у меня пока нема. Блин, в деревне самая максимальная в избе было 23 градуса, а на улице 32. А тут на кухне 28. И на улице сейчас узнаю сколько. Меня он, правда, тут определяет меня. Это приложенька. Как Челганова. Я в Челганова, даже не знаю, где это. И Углич. 27 градусов, типа 28. Ощущается как 22. Я не знаю, каким местом у них тут ощущается как 22. Я сегодня на балкон вышла, я поняла, что ощущается как 32, как минимум. Вот завтра 28. Пардон. Это что у нас? Это завтра среда, в четверг. Тут якобы дожди какие-то намечаются. Будет 25. Но вчера в саду тоже как бы был дождь. Я даже потом его пережидала, потому что он какой-то такой даже слегка сильный был. Но как-то холодно от этого не было, и прохлады никакой. Я поливала я в парнике, ну и там так полилось этим дождем. Вот под яблоней все, что было, земля, это сухая. А рядом вроде как намек, что что-то брызгало. Эх. Я ж не с телефона управляю. Ладно, люди, я пожрал. Хотите поддержать канал? Ну, это, в инфобоксе есть ссылочка. Если у вас есть какая-то тема на поболтать, пока я ем, можете поделиться со мной ей в комментариях, либо в телегу записать, либо ВКонтакте, либо еще куда-то. Ну и что? Надеюсь, вы пожрали. Всем пока!